Padavoz Halif Nadiyevich, уроженец Ахвасского района. Еще две судьи Расула Кутаев, значит, и среди Кадимова. Да. Да. Ни одного, когда по вопросам одного дела пишут, должен быть эксперт. И он даже не допонимает, это говорит, если вот принято такое постановление, оно будет способствовать стабилизации. Вот они должны быть привлечены за дестабилизацию, если происходит ситуация. Мы все зайдем сюда. Полковых. Да пусть сам выйдет сюда, это представитель суда и объяснит, кто его эксперты были. Тут ахинею написали. Вам что-то выходило, разговаривали. Сейчас мы разберемся. Что ты не А что у вас клубная, что ли, дядь? Есть, есть, зал есть. На каком основании постановление написано? Сейчас мы решим. Так. Мама, давай, дай нам угар. Вы отойдите, ребята, это государственное учреждение. Чуть-чуть, чтобы... Дай им 100 государственных. Дай им. Хорошо. Государственный. 60 лет работали мы в государственном учреждении. Нет, это мы. Сколько работали? Почему 60 лет? Не работал. Я. Вот они, образование. Без нас образовали. Да, оруга ранее шли, герма герик, заинтен. Сплощенный сцен. Мама Калай. Определенным противоречием якобы Конституции Республики Дагестан. Не буду долго комментировать. Два представителя были от главы Дагестана, были представители Народного собрания, которые участвовали в этом судебном заседании. Они сказали, что этот вопрос не стоит здесь рассматривать. Они действительно были правы. Это вопрос, который приводит к дестабилизации общественно-политической ситуации. Эти вопросы поставлены на повестку дня, будут со временем рассматриваться в Народном собрании. Эти, значит, принято субъективное решение, юридически безграмотное. Тот, кто писал это постановление, абсолютно понятия не имеет истории формирования земельного животноводства, его использования, его соответствия федеральному законодательству. Абсолютно понятия нет. Я спрашивал, я звонил, я говорю, вы нам скажите, кто были экспертами? В данном случае, оказывается, даже экспертов нет. Без экспертов, эти люди, которые в кабинетах сидели на своих кафедрах конституционного права, они не могут. И они не отдают отчет о последствиях. Они должны просчитывать последствия своих решений. И в этом постановлении, заканчивая, абсолютно неучтены интересы коренного народа кумыкского, ногайского, русского, которые на равнине находятся. Абсолютно не учтены эти интересы. И это такие решения, такие постановления, которые в интересах своих. Это политическая недальновидность. И те, кто принимает такие постановления, должны ответить за разжигание межнациональной розни. Все. Руслан, понятно? Дин болса артта олла олей болмады, бисюен куйдеп болмады, биреуну бир интереси болгандыр деп эки ям болуп, беш ям болуп калабыз. Шоза йок, шундан ниятларыбыз таза, Аллах үчүн кийилгенбиз, жүрөгүбүз ауруп, шо болган терс ишка. А, ток сөйлөй турмайм да, шунда. Устен, шо конституционный сутлу председатели, өзү чыкса, шунда, чыкмакын талап этебиз. Өзү чыкмаса, биз өзүбүз шунда, 20-ны,
3-4 adam kimse çakırır. Ha, kimse 3-4 adamı da çakırmayın. O yüzden çıkmaya kalsa bir sonuna 20 kal. Kuştan giremsek de 20 akları göremsiz ya da yaylık yetme akları göremsiz. O yakta zaborun yanına varma daha da yaşa açılgan ay zaborlar da yok şimdi. 3-4 adam bari şoğar avara bulunca girmeyiz. Nasıl tuşup bar halka anlatsın. Bar rayonu pırsta bir şeyler var. Doğru mu? Aytsın. Kim var bulgan ekspertler? Kim var şu anı pırsını maçtıklarına biz? Beri bir soru olanı. Her yakına. Hali gelgen her yurttan bir pristavitel inşallah. Bunlar 100-150 adam. Her kim 100 adam alıp gelse 10.000 adam olabilir inşallah. Şu biz Aytağan kuyuda olmasa şunlar 10.000 adam gelip ettirecek inşallah. 5 kere sana okturup yakışı her kazalarda kaynağın ulalar yürüttü. Bir de ayıp etme suya geldiğiniz bar halkın razı ettiği olmayı. Şunlar gelmekin sebebi geldi. Bari cemaatlerden gelgen Allah razı olsun. Şunu girgen için şunlar bir zat da minnetsiz etmeyi. Şu adam şunlar şunu koruma gelmeden biz. Görmeden kayırmayız. Atın tutmağa suymayız. Şunu siz oktursak şunlar. Ben şolaka söyledim mi barzatını anlattım. Onlar anladım anlamadım. Biz bizim Murat'ta yetiştik. Barakallah olsun. Gelip şunlar kumuk halk. Şu siz etegen zatını bizim ortaraga salmayı bizim hesap kalmayı buçtu. Nasıl hiç ustu hiç ustu öyle degen zat. Şu bari de bilme tarık yerler bildi şunu. Hani şu bari de zanga salinan zatı salinan. Enni varıp targub etke de. Nasıl? Maşinler de var yoklar barlan içine minip. Götereler biz zaman zayi etmiş ondan ne etmek astı biz var. Şular bizge ne etmesi ya? Ne çık yol bulan cevap vermek. Ulanlar inanıgiz. Yakşı ulu bu işten utubunla turgan, bacargan, İlmusu da var, şariyet oğluna bile kalır, bar kalkımını getirip olmayız. Eskisiye gelem o. Ben yalnız beni, o yüklü men aladı. Bunda Abdülnasır bıyak dere turgan, Nadir Sultan Aşı bıyak dere turgan, Kazanışlı Ulu Cemaatini başı. O kadar göre, davay bunda söz salmayın. Ar o organize onunla bağırıp targub etken, nasıl? Onunla söyleyen zattı bizim söyleyik, birav birav da, adayken şunla aru da, lagirge. Maşillerde yokla da, maşillerde bak. Bunu bizde tarih olur, bunu bir zatı da.